Всем привет, вы на канале KB, и с вами Екатерина. Продолжаем играть зайчика, другая история. Да, прошлая серия прям прикольно закончилась, мне даже понравилось. Вот, ой, я только сейчас увидел, что там на передней партии там кто-то спит. Серьезно, можно на передних партах спать? Вау, вау, как Лилия Павловна еще пока держится, чтобы не закричать. Ну ладно, ладно. Тогда давайте-ка продолжим. А перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да. А мы продолжаем. Сегодняшние перемены в настроении меня пугали. Полина никак не выходила из головы. Надо бы с ней поговорить еще раз. Надеюсь, она не начнет избегать меня. Почему с девчонками так сложно? Дети, что вы можете рассказать мне о православной культуре в жизни народа нашей страны? Катя обернулась и посмотрела в мою сторону. Я невольно улыбнулся и отвел взгляд. Херня все это! А вот и умник нашелся! Выходи к доске и рассказывай тему. Да я пошутил. Вот сейчас весь класс и посмеется с твоих шуток. Дебил, бля. Ну да. И я улыбнулся. Ну, давай, бяшка, жги. Ой, как обычно. Ну там это... Как покурить за школой, ты и не забываешь. А вот как домашнюю работу рассказать, так ты сразу блеешь. Давай уже, весь класс ждет. Можешь начать с праздников. Православные праздники. Ну, Пасха, Масленица. Если и называешь Масленицу, так уточняй, что праздник с языческими корнями. Садись, двойка. Позорище. Иметь двойку по православной культуре. Бяша сел обратно за парту с грустным выражением лица. Странный этот предмет. Православная культура. Ну, у нас его не было. У нас только есть и мельком по литературе, просто по домоводству что-то было мельком. А по истории тоже, с историческими там этими событиями, все такое. Но прям предметом его у нас не было. Я не знаю, как сейчас в школах, преподают ли это. И вроде как хотели вести, но, понимаете, как бы помимо православной культуры, есть еще и другие культуры. У нас же в стране живут не только православные люди. Вот. Поэтому... Я не в курсе, что творится в школах, поэтому я боюсь, что будет дальше в будущем, что будет в школах, когда моя дочка вырастет и пойдет это учиться. Даже не знаю, что там будет. У нас в городе еще вообще не было. Ну да, я тебе и говорю, у нас этого вообще не было. А, то есть вы хотите сказать то, что если они типа в деревне какой-то, в поселке, то ладно, хорошо. Возможно, там все-таки есть такой предмет. Потому что... Как я поняла, в таких местах там действительно проблема с образованием, то есть не так много желающих, те, кто в городе обучился и так далее, кто-то захочет и поедет это учить детей в глубинку какую-то за мизерную зарплату. Вот. Ну ладно, хорошо, допустим, окей. Что задаешь, вам что не задаешь? Ничего не делают и делать не хотят, лишь бы сериалы про бандитов да воров смотреть. Ой, сейчас продолжает Лилия Павловна. Да, Петифанов? Рома промолчал. О, за что мне это наказание? Учительница смотрит в журнал и что-то яростно черкает. Хуже класса у меня за все мои годы работы в школе не было. Вы вообще не понимаете? Или не хотите понимать, что без образования вы лишь дворниками работать будете? Или еще куда хуже, упаси Боже! Петров, это тебя тоже касается. Не с теми ты дружбу водишь. Худом тебе это обернется. Запомни мои слова. Чертовы бездари! Лилия Павловна повысила голос.
Шайка дебилов! А ну вон из класса! Просто на ровном месте сорвалась. Обычно не так бывает, когда в основном так срывается, когда все-таки что-то еще подшутили и все, и доведешь так учителя. А тут именно как-то... Ну ладно, может быть, я уже забыла этот момент, что тут дальше было. Мне показалось, или... Она перешла на прямые оскорбления. Довольны? Довольны, я вас спрашиваю? Из-за ее яростного чирканья в журнале образовалась дыра. Вы опять сорвали мне урок! Убирайтесь из моего кабинета! Пойдем покурим. Сказал Рома и удалился из класса вместе с Бяшей. И ты, Петров, тоже! Да мы вообще тихо сидели, Лилия Павловна. Вон! Боже мой. Окей. Как бы разные учителя бывают, конечно же, но, блин, я не знаю, как объяснить вот эту ситуацию. Ладно, допустим, то, что это... Ну, подшутил слегка. Ну, там же повторного не было подшучивания. А тут именно взорвалась. Скорее всего, может быть, какое-то событие произошло, что взяла Лилия Павловна, вспомнила об этом и просто сорвалась. Может быть такое, может быть. Полина грустно посмотрела на меня. Я встал и вышел следом за ребятами. Ебанутая. Вот тебе и утилкана. Мамка сказала, еще одну двойку получишь, тебе пиздец будет. Сегодня меня не ждите, буду от ремня откисать на. Если честно, Бяшу правда жаль. Он такого обращения не заслужил. Как и мы все, в общем-то, не заслужили. Ладно, потопали по домам. А не рано ли? Хочешь дальше эту истеричку выслушивать? Не хочу. Вот и мы не хотим. Так что пойдем, ну нахер тут оставаться. Слишком много произошло за один день. Мозг отказывался нормально работать. Просто хотелось отдохнуть. Я кинул рюкзак к столу. Оля приоткрыла дверь. Да, я сегодня книжку читала, да. Там ребята учились в школе. Прямо как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там. Антон, тебе к телефону. А, нужно было просто щелкнуть, ладно. Сейчас приду, Оль. Я спустился вниз и подошел к телефону. Алло? Привет. Полина? Как она узнала мой номер? У твоей мамы такой молодой голос. Да, она сама еще молодая. Я бы хотела извиниться за сегодня. У меня сегодня плохое настроение было, и, видимо, я немного переборщила. А, да ничего, я не в обиде. Еще и Лилия Павловна накричала. А с ней такое часто бывает? Нет, совсем нет. Это лишь второй раз. Первый был давно, еще год назад, когда у нее муж умер. А, все-таки да. Да, вспоминаю, да-да-да. Муж? Папа Кати. Катя тогда была сама не своя. Мне ее так жалко было. К сожалению, кроме меня ей никто не решался помочь.
Ладно, давай не будем о грустном. Хорошо. Я тут у тебя спросить хотела. Когда Лилия Павловна выгнала тебя из класса, ты быстро собрал свои вещи в рюкзак и вышел. Но уходя, ты совсем не заметил выпавший из рюкзака предмет. О каком предмете идет речь? Вроде ничего такого я с собой в рюкзаке не ношу, а если бы упал учебник или тетрадка, Полина уже рассказала бы мне об этом, не скрывая ничего. Может быть, амулет упал? А что именно упало? О, Антоша, мне нужно идти. Давай я расскажу тебе при встрече. Но... Или маска. Может быть, маска. Я побежала. Встретимся завтра. Ой, что-то как-то... Либо это специально сделал во время телефонного звонка, но очень резко такие нотки. Пим-пим. Хотя, с другой стороны, да, это дает атмосферу, когда ты говоришь по телефону, там такие звуки обычно бывают. Полина положила трубку. Очень странно она ведет себя в последнее время. То избегает меня, то старается отговорить от общения с ребятами, то извиняется. И сейчас вот, скрывает что-то. Кто этих девчонок знает? Да кто знает, Антон, кто знает? После неожиданного разговора с Полиной я решил покушать, а позже сел делать домашнее задание. Оля вертелась вокруг меня и постоянно о чем-то спрашивала, то и дело испытывала мое терпение. Однако я дал обещание быть для нее хорошим братом. Поэтому, пусть и без особого энтузиазма, я отвечал ей. А иногда и спрашивал что-то в ответ, чтобы не показывать свой малый интерес к нашему разговору. Главное, что моя сестра довольна, а вот какими путями – неважно. После же я улегся на кровать, укутавшись зимним вечерним мраком в своей комнате. Столько всего сегодня произошло. Я впервые обнимался с девочкой. Ой, какое достижение! Жаль, конечно, что не с Полиной. А, да ты что? Может быть, Катя будет получше? А точно ли жаль? Вот именно, задай себе этот вопрос несколько раз. Вот Ромка с Бяшкой офигеют, когда узнают о том, что Катька обняла меня. Так еще и не случайно, а по своей инициативе. Хотя, могут и не поверить. Да и Катя попросил молчать об этом. Так что пропидержу язык. Интересно, означает ли это, что дружба с Катей возможна? Или же она просто позволила себе минутную слабость? Как говорится, время всех рассудит. Не стоит захламлять голову подобными мыслями. Что еще интересно, так это мой сон. Новый друг Алисы. Все, он ревнует. Волчика к Алисе, что? Волк с устрашающей зубастой маской. Если лисья мордашка Алис хоть как-то может привлечь к себе, то вот волчья морда – ужасное решение для этого. Привлечь – то привлечь. Привлечет – то привлечет, а вот какое впечатление будет – уже дело другое. Впрочем, ладно, странностей мне и на улице хватает, а дома, пожалуй, хочется побыть в спокойствии. Насколько это возможно? Думаю, самое время закрыть глаза и погрузиться. Таинственный и малоизведанный мир снов. Сегодня как-то вообще очень странно читаю, честно. Глава 4. Кровь со вкусом клубники. О, поезд! Я вижу поезд! Это что-то новое. Тьма. Шум колес разрывал ночную тишину.
Он был глухим, словно доносился из какой-то трубы. И, прорываясь откуда-то издалека, постепенно нарастал. Пам-пам, пам-пам, повторяя тяжелые металлические колеса, начиная увеличивать свой ход. И я слушал эти монотонные постукивания о рельсы и ни о чем не думал. Наяву я их слышу, или мне это лишь кажется. Мне было неважно. Я просто лежал, нежась в мягкой теплой постели под неумолкающие звуки поезда. А сам локомотив тем временем неуклонно мчался навстречу неизвестности. Вдруг в однообразное постукивание и жужжание вагонов врезался звук, которого раньше не было. Это был оглушительный, пробирающий до костей рев, ляск и грохот металла. Я приоткрыл глаза, но не успел ничего разглядеть, так как в ту же секунду силой отлетел в бок и ударился головой о стенку. Больше никаких звуков. Я уже не слышал. Антон! Антон! Вставай! Я очнулся. И сразу, даже не открывая глаза, потянулся за очками. Но их нигде не было. Только обшарив все вокруг себя, я понял, что они уже были на мне. Ах! Ах, как больно! Дав глазам немного привыкнуть, я с удивлением стал крутить головой по сторонам. Передо мной предстало темное, слегка освещенное бледным светом пустое купе. Я аккуратно попытался спуститься с верхней койки. Вагон стоял под углом и был сильно накренен вперед. И я, оказавшись внизу, еле смог удержаться на ногах. Через треснутое стекло окна светила луна. И, к сожалению, это все, что я мог разглядеть среди ночной темноты. Я подошел к двери и попытался ее открыть, но та не поддалась. Я попробовал еще, но что-то крепко удерживало ее. Черт! Заклинило! Ну давай! Интересно, а почему именно про пояс сон? Кто-то, видимо, переиграл Ханкай. Только с четвертой попытки, уже приложил все усилия, я сумел ее сдвинуть. После чего дверь еще немного посопротивлялась, но затем сдалась и окончательно отъехала в сторону. В лицо ударил холод, а по всему телу пробежались мурашки. Не то от холода зимней ночи, не то от появившегося чувства опасности. И да, я съел слова. Высунувшись и посмотрев налево, я ужаснулся. Вагон был в буквальном смысле разорван пополам. Одна его часть зависла на крутом обрыве, а другая вместе с остальным поездом ушла под воду. Кажется, еще один шаг, и я вместе с остатком вагона полечу в эту огромную черную реку. С дрожью в коленках я аккуратно вышел из купе. Держась за поручни, я стал медленно идти в сторону соседнего выхода. Но делая один шаг за другим, я вдруг заметил. Везде тихо. Нет ни криков, ни голосов, молящих о помощи, ничего. Все это место окутало и пронизывала мертвая тишина. Я почувствовал, как мои ладони начинают потеть и скользить. Поэтому я еще сильнее вцепился в поручень и продолжил подниматься. Проделав еще шагов 5, я увидел на стене расписание поезда. Однако сверху оно было закрыто приклеенным рисунком. Я сразу же узнал этот рисунок. Он был моим. Так, он держит солнышко с кем-то. Окей, ладно. Я нарисовал еще, будучи в 4-м классе.
Ну-ка. Ну да, больше ничего такого нету. На нем мы с Олей зависли в облаках и держим в руках маленькое солнышко. Только жаль, что спустя пару месяцев Оля испортила этот рисунок, пролив на него чай. Удивительно, но воспоминания о нем сейчас вызвали у меня приятное, греющее чувство. Держась одной рукой, я потянулся к нему, чтобы попытаться сорвать. Но тут же в ужасе отшатнулся и едва не упал. Погодите-ка, почему? Почему? Ладно, он держит сердце и все такое, но почему? Вон то на очки черные, как у Лепса. Эй! С листка капало что-то вязкое и темно-бордовое. И это что-то сразу напомнило мне. Кровь. Стекая, она медленно покрывала собой стену и пол, я вновь поднял глаза. Лицо Оли, светлого и полного надежд, стало заплаканным и испуганным. Она больше не тянулась к солнцу, а наоборот старалась заслонить лицо руками. Мое же лицо из добродушного и счастливого превратилось в озлобленное и жестокое, с пугающей, но довольной и окровавленной улыбкой. Даже нарисованного солнышка уже не было. Вместо него в моих перепачканных руках лежало нечто похожее на... Я пригляделся. Человеческое сердце, из которого, не переставая, шла та самая темно-бордовая кровь. Смотри, Оленька, это теперь будет наше счастье. О, как это жутко. Глупая. Все вы люди такие жалкие и трусливые. Как только вас застанешь врасплох, вы тут же превращаетесь в беззащитных существ, только и знающих, что молить о пощаде. От увиденной картины меня едва не стошнило. Ужасающий грохот окатил мои уши ноющей болью. Что происходит? Черт! Вагон задрожал, равновесие стало держать все труднее. Маска! А! Уйди! Нет! Я боялся так, как не боялся никогда в своей жизни. Та самая маска таращилась на меня пустым взглядом. Я ударился головой о стену, а затем почувствовал, что поезд движется не так, как обычно. Он сошел с рельс. Что-то новое я увидела. Я сама в шоке. Вырвавшись из-под запутанного одеяла, я подлетел. Девятая жизнь. Ачивочка, спасибо. Сердце бешено стучало, голова гудела. Увиденное никак не укладывалось в сознании. А еще пару секунд таращился в угол комнаты, боясь, что из него покажется нечто черное. Но нет, это всего лишь сон. Всего лишь сон. Пытавшись унять беспокойные мысли, я схватился за голову. Все было так реалистично. Что могло вызвать у меня такие сны? Есть же что-то, за что мой мозг зацепился, когда воспроизводил для меня картинку во сне. Во всяком случае, я надеюсь, что это оплот моих необъяснимых фантазий и ассоциаций. Как подмечали мои друзья из прошлой школы, я могу описывать, видеть предметы не так, как другие ребята. Всегда могу найти нечто особенное, нечто крошечное, но значимое, будто маленькая шестереночка в огромном механизме, без которой все сломается и встанет.
Может, стоит смотреть на мир позитивнее? Когда за окном ты видишь сугробы, злой серый, и я бы даже сказал черный лес, то тут уже не до позитива и хорошего настроения. В голову прокрадываются мысли лишь о скором побеге. Будь моя воля, избегал бы я этого леса, да вот в том-то и дело, что воля не моя. Думая о всяком, я внезапно почувствовал боль в голове. Ох, еще слишком рано, чтобы просыпаться. Попробую уснуть, надеюсь, никакие страшные сны не прервут мое путешествие в царство Морфея. Хоть бы на этот раз. Но мне понравилось что-то новое. Глаза совсем не хотели открываться. Тяжесть произошедших со мной кошмаров все еще оседала на верхние веки моих глаз. Хоть ни мне сейчас ничего и не угрожало, я все еще боялся. Боялся, что снова увижу чернь, что попытается вырвать меня из теплых объятий моего одеяла. Однако Оля, спускавшись на первый этаж, оставила за собой громкий топот, который сильно успокоил меня. Но почему она так рано встала? А может, я проспал? Проспал! С трудом открыв глаза, я заметил, что кто-то любезно закрыл шторы, тем самым защитив меня от ослепительного белого света за окном. Но сегодня же не выходной. Упс! Прогуляли, проспали. Окей, понятно. Черт! Я совсем забыла о том, что мы с ребятами хотели вчера вечером поискать улики в лесу. Видимо, я слишком быстро уснул, так и не дождавшись заветного стука в дверь. Уже ничего не поделаешь. Ладно. Я оделся и решил спуститься вниз. Всем привет! Мама! Антоша проснулся! Привет, Оленька! А ты чего так рано встала? Уже обедать скоро, а ты только глазенки открыл. Да. Обедать? А сколько сейчас времени? 12:30. О, как обычно, я тоже просыпаюсь в это время, к выходные. Оля, посмеявшись, показала свою компетентность в этом вопросе и побежала наверх. С тобой девочка какая-то связаться хотела, но ты спал. Сказала ей перезвонить через час. Будь готов. Кто это? Ну точно не Полина, может быть, Катя? Да, хорошо, мам. Какая-то девочка? Полина что-то хочет сказать? Да нет, это Катя, если это была бы Полина... то мама бы сказала. Ну да, мы хотели обсудить с ней в школе мою пропавшую вещь, но я проспал, поэтому придется обсудить все по телефону. Ну ладно, допустим, это Полина, ладно. Огромный груз, упав с моих плеч, дал сделать глубокий вдох. Так я, конечно, не особо расположу к себе Полину, но хоть нервничать много не потребуется. Выдохнув, я отправился заниматься утренними процедурами. Раздался отчетливый и громкий звонок. Я быстро вытер со своего лица капли воды и выбежал к телефону. Алло, привет! Ну, привет, Антошка! Я знала, это Катя! Катя? Катя? По голосу не признал? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Что Кате может от меня быть нужно? Просто не ожидал, извини. Ну, я так и поняла. Можешь не извиняться. Тебе что-то нужно? Хотела узнать, как ты?
то в школу не пришел? Кое-как отмазала тебя. О, знаете, в чем плюс общения с Катей? Она может отмазать от того, что, ну, он заболел, он не может, все такое. Тем более, она же это дочка твоей учительницы. Как-никак. Отмазала. Катя отмазала меня. А, я, ну, спасибо тебе, Кать, и... Сегодня в 3 свободен будешь? Сможешь к школе подойти? Воу-воу-воу, походу свиданка. К школе? Зачем? Нужно так. В общем, я жду тебя, не опаздывай. Мороз кожу сушит, не хочу потом на свои облезлые руки смотреть. Да, я буду вовремя. Надеюсь. Давай тогда, Антон. До встречи. До встречи, Катя. Тут тоже что-то новое. Зачем Кате понадобился я? Какой ты тупой, Антон. Свиданка это, свиданка. Ее интонация не такая едкая, какая была раньше. Да и ни единой колкости в свой адрес я не услышал. Буду надеяться, что Катя меня позвала, имея благие намерения. Мой живот заурчал. Пора бы поесть. Я довольно быстро и с аппетитом съел свою яичницу, которую мне приготовила мама. Пусть в ней не было помидоров и колбасы, которые я так любил добавлять в блюдо, я все равно с удовольствием все съел. Хорошо хоть что соль есть. Позже я пошел к себе. Нужно было заранее сложить нужные учебники в рюкзак, чтобы не забивать этим голову вечером. Надо будет у Кати еще про домашку спросить, когда мы встретимся. А то в последнее время у меня как-то слишком много долгов. Время близилось к 2 часам. Пора уже собираться. И если опоздаю, точно убьют. Я принялся одеваться. В голове крутятся мысли о том, что я сейчас на полном серьезе самостоятельно иду гулять с Катей. Это как встать первым в очереди на расстрел. Да ладно тебе, ты что так сразу думать-то? Однако беспокоился лишь мой мозг, а все остальное тело исправно выполняло свои функции, не подавая ни единого намека на страх и волнение. И все же, пора. И я обул на себя ботинки, надел куртку и вышел на улицу. Морозный ветерок сразу же подлетел ко мне. Играючи, завывая, он будто специально творил свои проказы, покалывал ледяными иголками мое согретое домашним теплом лицо. А я морщился, не давая снежной пыльце залететь в мои глаза. Интересно, почему Катя захотела встретиться именно у школы? Могли бы и у поселка встретиться, так и идти ближе пришлось бы. Так она еще с мамой еще болтает после уроков-то. И я как бы знаю, какой у них там сейчас разговор, наверное, будет. И в принципе, на протяжении всей жизни у Кати. Я даже мангу покупала. Там как раз таки про момент с Катюхой, что случилось перед тем, как ее там это... В общем, вы поняли. Вот, поэтому я предполагаю, что... Она сейчас осталась, потому что она помогала своей маме. И плюсом еще нашего Антона выгораживала, помогала. Ну ладно, видимо, ей так удобнее. Я свернул на привычную для меня дорожку. Летом тут было бы все ярко, зелено. Представляю, как я, согреваемый лучиками летнего теплого солнца, шел бы по этой дорожке, слушая пение птиц, стрекотание насекомых и шум листьев, обдуваемых ветерком. А под ручку со мной была бы шла Полина, разделяя восторг от этой простой, но чудесной летней природы. Но все же, мечты пора оставить. Уже скоро меня ждет встреча с той, кого бы я видеть совсем не хотел.
не хотел бы видеть раньше. Однако, чувствую я себя странно. Будто бы мечусь между людьми, бегая то за одними, то за другими. Сначала пацаны, потом Полина, а сейчас... Катя. Хоть ее объятия были крепкими и теплыми, я не могу быть уверена в все сто, что это не очередной способ выставить меня идиотом перед всей школой. Думаю, довериться ей стоит, но до первого, как любят говорить учителя, замечания. Я улыбнулся и двинулся дальше, с каждым шагом приближаясь все ближе к территории школы. О, машина появилась. А вот и место встречи. Перед собой я видел обыкновенное, серое и ничем не примечательное здание школы, кое я вижу каждый будний день. Уроки закончились, большинство учеников уже давно ушли, не считая некоторых довольно редко встречающихся школьников, только начинающих свое паломничество домой. Однако Кати я не заметил. Может, она Я почувствовал, как что-то, напоминающее теплые ладошки, прикрыло мои глаза. Угадай, кто? Ой, ой, Катюха, ой. Тихим, но уверенным голосом произнесла Катя мне на ухо, отчего стремительный рой мурашек пробежал по моему телу. Катя, ты ведь? Перехватив Катино настроение, я не менее уверенно ответил ей. Ну, конечно же, я. Я бы удивилась, если бы ты меня не узнал. Тебя трудно забыть. Понимая, что это могло звучать обидно, я опустил глаза, ожидая реакцию своей спутницы. Однако она весело хмыкнула и обратилась. На 4 минуты опоздал Петров. Господи, какая ты строгая. И тебе привет, Кать. Видимо, без ее колкостей никуда. Ты давай тут не расслабляйся. По делу собрались. А то, небось, уже кольцо за спиной прячешь. Какая ты. Ух, приколистка. Я опешил таких слов. С самомнением у Кати явно проблем нет. Это я заметил точно. А вот с юмором... Огромное. Да не, максимум снежок. Я решил сбавить обстановку до ребяческой и непринужденной. Еще чего? Я в детские игры, между прочим, не играю. И давай зубы мне не заговаривай. Лучше послушай меня внимательно. В общем... Ну все. Стоит точно ожидать непосильное задание. Найти то, не знаю что, которое находится там, не знаю где. У меня в гостиной телевизор слетел с катушек совсем. Показывает либо помехи, либо ерунду какую-то. В гости зовешь? Так, надеюсь... Просто, блин, я боюсь такой ситуации, как, например, было в предпоследней главе оригинальной новеллы, там, когда по ветке Полины, когда Антон пошел к Полине. Надеюсь, не такое будет сейчас, а то я боюсь. Ну, зато Катьке в гости, вау. Я бы починил бы. Ты у нас в классе странный самый. Наверняка с этим дело имел. Ну, конечно, естественно. Угу. Дело имел. Неужели я не один такой? Сам понимаешь, просить тебя лично... Даже не через кого-то, для меня задача не из самых приятных. Но к Полине обращаться совсем желания нет. А ты — холст чистый. Еще долго в эксплуатации прослужишь. Катя поправила свои волосы и посмотрела на меня, будто видя перед собой не человека, а существо для использования в своих личных целях. А разве в этом поселке нет мастера, который может тебе помочь? Телевизор-то сам не сломался. Просто вместо привычного вещания там ерунда какая-то странная. Может, перебои какие-то? Погода в последнее время неспокойная. Может, что-то где-то сломалось? Катя нахмурилась.
Ты ну хватит уже глупым притворяться. Если бы сломалась, то вообще бы не показывал. А у меня случай такой, что показывает, ну бред какой-то. Да ты просто хочешь, чтобы мы пришли к тебе в гости, Катюх. Очень это подозрительно. Да. Она что, хочет, чтобы я пошел к ней домой? Ну... Ой, я тогда подозреваю, что будет дальше, если мама придет, получается, домой. Ой, какой скандал будет потом наедине с Катей. Блин, это я представила. Парочку раз мне все же удавалось настроить телевизор. Однако это никак не говорит о наличии во мне профессиональных навыков. Но все же, посмотрев на Катю, я заметил, что ей правда очень сложно было собраться и попросить меня о чем-то после всего, что было раньше. Да и упреков нет никаких, оскорблений. Катю будто подменили. Надеюсь, что я соглашаюсь не зря. Ладно, хорошо, помогу. А куда идти? Ты не против, если мы немного походим по улице? Не хочу пока домой возвращаться. То, что мама сейчас дома, да? Катя зовет меня на прогулку? Ну, нет, конечно. Когда уедет, тогда и поможешь. Кто уедет? Я так и знала. Пойдем туда. Катя показала направление рукой, и мы пошли вместе. Ну, давайте-ка на этом. А что именно твой телевизор показывает? Ну ладно, еще диалог немножко послушаем. Ну, как сказать? Ну ладно, вот и теперь точно на этом моменте остановимся. Ой, она просто зовет, чтобы мы были вместе. Просто предлог нашла, да. Только я боюсь, как по сценарию будет, как у Полинки в оригинале ветки. Не дай бог. Надеюсь, разработчики не так сделали. Пожалуйста, пожалуйста. Но я действительно подозревала, что дальше будет. Ну, допустим, Полина узнала, что ее мама куда-то уедет или же задержится в школе. Вот. И как раз такая, блин, а может быть... Антона позвать, ну, попробовать с ним законнектиться, все такое. И, видимо, случится так, что придет Лилия Павловна обратно домой слишком рано, увидит Антона, но мы же знаем, что Антона уже приписали к хулиганам. Она такой скандал закатит. А вот с Катей там отдельный разговор будет, что прям будет до истерики, мне кажется. Вот. Ну, ладно. Мы только узнаем, наверное, в следующих сериях. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Боже мой, как я это начинаю уже заплетаться. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на сервер Discord, то, пожалуйста, на YouTube-канале вы можете найти ссылки на группу ВК и на сервер Discord. Также я прохожу игры новеллы 18+ на Boosty. Ссылку также можете найти на YouTube-канале. Всем большое спасибо. Всем пока.